Рубина, Оруэлл и советы от богатого папы. В областной научной библиотеке проанализировали, что читали жители региона в 2022 году. В топ самых востребованных научно-популярных и художественных книг попало много литературы, связанной с историей. Посетители интересовались судьбами узников концлагерей, биографией Довлатова, историей мальчишек, выросших за границей и приехавших в Советский Союз накануне Великой Отечественной. В топах популярности остаются издания по психологии, написанные простым языком, книги об устройстве мира и достижении материального успеха. В своем выборе многие читатели ориентируются на рекомендации известных блогеров, киноновинки и результаты престижных литературных премий. Много выдавали и очень спрашивали книгу «Вагнер. Эпидемия». Очень спрашивали. Это серьезная, глубокая книга. И сейчас, когда востребована книга Дины Рубиной «Маньяк Гуревич», где тоже о врачах, но там есть юмор, там есть теплота. Востребована Петрушевская. Петрушевская со своими юмористическими рассказами. Она очень много читает Мэйла. Это путешественник, который любит Францию. То есть люди при вот этой всей ситуации, тем не менее, берут книги о разных странах. Очень востребованы наши авторы.